Всем привет, вы находитесь на канале Пандусик, меня зовут Евгений, играем в Фазмофобию. Сегодня мы играем на сложности X945, без улик, без рассудка. Фоткать призрака нам не надо. А, благовошку, я возьму благовошку и возьму фотоаппарат, чтобы сразу запечатлеть кость, если я ее найду сразу. И что? И все. Так, мы быстренько просто проверили щиток под. Угу. Под лестницей. Нет щитка ни под лестницей, ни здесь. Значит, щиток у нас на чердаке. Ну что ж, пойдемте на чердак. Считаю Близдейл достаточно сложной картой. Что такое там? Что это вот такое там? Это что такое? Это сумка какая-то или что? А, да, это чемоданчик. Так, ну пойдемте на чердак. Охота. Бабка! Остается надеяться и верить, что она не пойдет сюда. Это все? Я испугалась немножко, хочу сказать. Так, ну, если это не демон, есть как будто бы 1,5 минуты на то, чтобы включить свет. Пришла она откуда-то сверху. Причем... Вот, слышу кидочки. Где-то вот из дальних комнат, не сначала. Так, буквально вот-вот-вот. Буквально быстрым взглядом, быстрым глазом посмотрим на чердаке кость. Так, где она у меня получается? В мастер-бедруме или где? Нет, мне кажется, она у меня вот в той... Хотя пар там. В дальней комнате. Ладно, я пойду за крестами, за благовошками, за всем остальным, потому что... Опасно находиться в помещении без защиты, когда у тебя нет рассудка. Хочу сказать, что... Это что-то обычное, вроде бы как. Наони не успела посмотреть. Вряд ли это фантом, потому что видела ее достаточно хорошо. Вот Наони надо еще пересматривать. И по скорости, блин, вроде обычное. Разогналась быстро за мной от визуального контакта, так что... Все закину, все вещи быстро понесу, чтобы туда-сюда долго не ходить. Можно сейчас... Еще раз глянуть, откуда начнется охота. Пар у нас везде из-за снега, блин. Так, сольку всю кидаем. Плохо, что под лестницей нычки нет. Ну ладно, будем прятаться в прачке, наверное. Так, а что мне по заданькам нужно? Там такого... Распять... А, МПшку надо схватить. Хорошо. Можно было бы, конечно, сразу засекать на духа. Ну, хрен с ним. У нас еще благовушки есть. Так. Ну, МПшку давайте возьмем. Давайте термометр возьмем. И давайте датчик движения возьмем. Чтобы хоть как-то понимать, где находится призрак. Так, беру благовошку. Беру, соответственно, крест. И, наверное, беру соль.
Обосралась. Опять я обосралась. Замедляется на соли, не мираж. Ребят, она быстрая. Это... Но это точно увеличенная скорость, как будто что-то вот близнецовское. Вот прям да. Для Мороя как будто медленноватая какая-то. Все-таки это... Ой, кость здесь, какая прелесть. Брошу фотик поближе. Так, благовошку из рук я выпускать не собираюсь. Как темно. Так, крест, 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 второй крест. Свечку одну возьмем. Блять, фотик! Коза ты! Бабка! А бабка! Какого хера, блин? Она переехала в коридор или чё? Блин, козюля. Не добежала до меня. Ой, куда я иду-то? Так. МПшку. Ой. Блин, рук не хватает. Пока все перетащишь. Ну, кресты пока... Сучка. Бля, бабка! Ты меня бесишь уже! Я худо там начала. Ну да, она чуть-чуть ускоренная. Да, есть вот это вот. Сейчас она в коридор переехала или что? Или... Вот близнец, вот ей-богу. Надо кость-то забрать, а то я так пробегаю и забуду про нее. Сейчас бы понять, блин, переехала она или что. Гостить перестань. Сейчас свечки принесу, поставлю здесь. Что крубануло? Ну все, пиздец. Так, ну, чуть-чуть мы уже осветили пространство. Я не пойму, она где китается у меня? Это вода шипит? Это вода шипит, но она переехала, все. Ну, господи, где второй крест? Что удивительно, вот она с этой быстроватой скоростью ходит. Ну, это точно нет, это не средняя скорость призрака. Я не шизофреник, кажется. Кажется же, я не шизофреник, да? Так, а где крест-то второй, господи? Я не вижу, помогите. Вот. На тебе крестик сюда.
На тебе свечку сюда. А, нет, фотика с собой. Хорошо, трогаешь. На тебе еще крестик еще сюда. Вот, молодец. Умничка. Сейчас мы зафоткаем все. Надо свет сходить включить, а то... Так, отлично. Взаимодействие. Сожженное распятие. Так. Мать, ты тут спокойная будь, пожалуйста. Все-таки фотики брошу. Я думаю, что это быстрый близнец. Ну, вообще, думаю, что это близнецы. И должен быть медленный. Для Моро это, ну, низкая скорость вроде как. Я, конечно, в Фазму сейчас редко уже играю, но все-таки... Все-таки вроде бы же нормально все должно быть, да? Я включила же, да? Неплохо. Вот так будем освещать. Это что, охота? А это гость. Блин! Бабка, не дай бог сейчас, блядь, не на три звезды будет. А, ок. Но мы можем удалить фотографию. Да, сюда. Следы в соли, блядь. Ой, призрак на всю эту... На всю фотку следы в соли. И, кстати, я теперь не знаю, какие следы в соли фотографировать нельзя. Чё ты у меня тут кидаешь? Оп, оп. Сейчас как будто марский перещёлк был. Так, ну пока все хорошо, давай. Бабка! Спасибо, бабка. Испугала, блин. Бабка, ну ты же близнецы, да? Дай медленного близняшку своего, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, бабулитас. Четыре фоточки осталось. МПшку, господи. Так, светку мы вот сюда поставим, чтобы видеть хоть что-нибудь. Бля, ребята, это точно быстрая скорость? Может, это обычная? Ребят, может, это обычная скорость призрака? Может, я в уши долблюсь, а? Ой-ой-ой. Слушайте. Я что-то сейчас... Что-то я сейчас не понимаю, подождите. Нет, ну... Ладно, сейчас будем еще раз слушать. Что, МПХ-то засечется, нет? Куда я МПшку-то бросила? Я что, не донесла ее? А, вот. Блин. Пиздюля. Все, одна фотка осталась. Бля, ребят, ну... Это ж Мара! Вот она ж как Мара себя ведет, ну... Я что, настолько, да, долбанулась уже? Уже настолько, что, мне кажется, средняя скорость призрака кажется быстрой? Сейчас будем слушать, не знаю. Пойдемте сядем в нычку.
просто так благовушки тратить не буду, буду слушать скорость призрака. Но это что вообще такое? Это... Господи, думал, у меня уже все кресты сгорели. Ну... Это прям два перещелчка было, прям, ну, прям конкретных, прям марских. Я понимаю, что так и обычные призраки могут делать, но все-таки... Но все-таки как-то слишком высокие вероятности. Марс-то. Гостит хорошо. Господи! Господи, ребят, прикиньте, я не знаю, это обычная скорость призрака или ускоренная, я не могу понять. Мне кажется, почему-то ускоренная. Но... Что ж такое-то? Боже, как она гостит, а. Опять выпить. Не они. Блин, она в таком... Переехала, что ли, или просто от того, что гостит мне там. Давайте тут посидим. Дверь не буду... Ребят, походу, это обычная скорость призрака. Да? Да? Я просто ударилась головой с утра, видимо. Не могу отличить среднюю скорость призрака от несредней. Ну, слушайте... Все, это я все. Я ставлю Мару, это все. Тут уже вариантов нет. Она много переезжает. Она бахнула лампочку в коридоре. Ну ладно, многие бахают, но бог с ним. Она мне дала третий перещелчок уже, третий. А скоростью призрака, ну видимо все, мозг потек, не знаю, потек ботик, потек ботик. Вот именно вот так, да, именно вот так вот и произошло. Бачок потик. Я не знаю, может из-за того, что я ее разогнала, мне так показалось. Ну, мне прям казалось, что это высокая скорость призрака, ну, честное слово. А у нас просто маре-шмаре. Слушайте, вот такую вот такую Мару я люблю. Вообще красивая, вообще красотка прям. Вот Мара во всей своей красе. И много гостила, и выключала свет, и переезжала. Прям по красоте. Сколько раз она мне переехала? По сути, должна три раза. Она переехала в коридор, потом в ванну и потом в прачку. Где смена любимой комнаты? А, даже четыре раза она меняла любимую комнату. Интересно, как четвертая комната, где ее была. Угу. Ну, а, может быть, она в коридор еще переезжала обратно. Все, отлично, Амара получилась. Прошу прощения за скок со скоростью призрака. Ну, бывает, что ж поделать. Все-таки мы не роботы. Спасибо, ребят, всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. И не забывайте, что стримы проходят на ВК Play Live. Ссылка в описании. Всех люблю. Всем пока.